Опасная бритва. Утро. Завода СТИС. 73-75 года производства. Сделано по РТУ-70. Родной футляр у нее. Вот, сама бритва новенькая. Ранее не пользованная. Следы коррозии были только на хвостике и на эрле. Там все вычищено. Полотно в идеале. Геометрия хорошая. Вот. Год тут уже не стоит на этой бритве. Клеймо с названием марки и логотип спутник завода СТИС. Вот. С другой стороны тоже все в отличном состоянии. Небольшие следы времени на Элле были, но сейчас там все хорошо. Полотно хорошее, ручка тоже отличная, без дефектов. Выборка у бритвы где-то наполовину, как у большинства стезов того времени. Вот. Внутри чистенькая, аккуратненькая. Хорошая вещь, заточена мною впервые, ранее не точилась. Вот. Будет хорошим выбором для новичков, да и не только для новичков. Тут сталь еще такая 60-х годов, сам клиночек такой же, как делали в 60-х. Вот такая же сталь. Сейчас, погоди. Вот. Рез у нее такой, может быть, немножко агрессивный, как у большинства советских бритв, но это такая агрессия, приятная. Никаких неприятных ощущений от нее быть не должно. Самыми бреюсь. Хорошие бритвы. Вот. Ну и она не такая плохая, как вот бритвы уже конца 70-х, 80-х, когда их стали без клейма делать. Вот. Тут у нее сталь получше, качество термообработки получше. Вот. Она не склонна к заусенцу там при заточке. Довольно легко обслуживается, правится без проблем. То есть она не перекаленная, не отпущенная, хорошая сталь. Самого в коллекции тоже утро лежит, наподобие, только с желтой ручкой. Хорошие бритвы. Ну, все тесты, естественно, проходят без проблем. Видно, да? Роспуск. Вот это все. Вот, могу смело рекомендовать новичкам, да и бывалым. Хорошая, приятная бритва. В оригинальном состоянии. Клепка поменена только, но опять же, клепка спином поставлены под оригинал, почти один в один. Вот. Оригинал такой, немножко вогнутый. А поменял я на такую же латунную, немножко выпуклую, потому что надо было чистить внутри. Ну а так, теперь все классно. Полностью чистенькая, готова к бритью. В продаже будет.